В Волгограде полным ходом идет подготовка к чемпионату мира по футболу. Завершен снос старого стадиона, идет работа по созданию гостиничных мест. Ключевые вопросы проведения мирового турнира власти областного центра обсудили вместе с инвесторами в гостинице «Hampton by Hilton». Не случайно обсуждение вопросов подготовки Волгограда к чемпионату мира по футболу 2018 проходило в крупнейшей волгоградской гостинице «Hampton by Hilton». Совсем недавно здесь побывала комиссия ФИФА и высоко оценила уровень апартаментов для туристов. Проверяли уже, как идет строительство гостиниц. И вот из 9 отелей, которые должны открыться к чемпионату мира, мы уже доложили, что «Hampton by Hilton» уже открыт. И гостиница «Южная» проведена огромная реконструкция, реновация, и она также готова уже принимать гостей. Подготовка гостиничной инфраструктуры – одно из основных условий, поставленных комиссией ФИФА перед городами, принимающими матчи Мундиаля. На сегодня в Волгограде создано 800 тысяч мест для гостей. Эту цифру за предстоящие 3 года необходимо довести до 2 миллионов. В областном центре сейчас идет не только строительство новых комплексов, но и реконструкция уже существующих. Также сегодня большое внимание уделяется и строительству спортивной арены. Старый стадион уже практически демонтирован. С площадки вывозится строительный мусор, и уже в начале года начнется возведение нового спортивного объекта на 45 тысяч мест. Мы полностью в графике. Заключен государственный контракт. Подписано постановление премьер-министром о бюджетных инвестициях. Более того, сегодня этот процесс уже проавансирован. То есть уже ко всем, так сказать, бумажным делам уже прибавилось финансовое наполнение. Помимо этого, власти региона и города готовят документы и на развитие транспортной инфраструктуры. До чемпионата мира планируется реконструировать сразу несколько проблемных волгоградских участков. Речь идет прежде всего о проспекте Жукова и улице Ангарской. Именно по этим направлениям и будет передвигаться основной поток болельщиков. Сегодня прикладываются все усилия, чтобы работы проводились в срок и без отставания по графику. Инфраструктура – это строительство гостиниц по нормам, которые должны соответствовать ФИФА. Это транспортные развязки, это коммуникации, это туристическая инфраструктура. И в этом плане и губернатор Волгоградской области, глава города-героя Волгограда уделяет большое внимание. И здесь мы тоже стараемся помогать и укладываться в сроки. Большинство мероприятий по обновлению инфраструктуры в Волгограде планируется завершить уже к 2017 году. Мария Иванченко, Василий Кострыкин, телекомпания «Ахтуба».